Ближайший остров в 5 километрах. Пароходных и авиалиний поблизости нет. Место достаточно глухое. Сегодня мы кончаем. Завтра прибывает комиссия. Желаю удачи. Желаю удачи. Завтра прибывает комиссия. Интересно. Значит, эта штука угадывает наши мысли? Именно так. Но реагирует на желание его уничтожить, так сказать, на импульс ненависти. Когда ваш артиллерист наводит пушку на цель, специальный блок в танке принимает все данные наводки, пока они держатся в голове артиллериста. В момент перехода к действию, уловив этот импульс, танк уходит с того места, куда направлен выстрел. Машина улавливает биотоки, то есть мысли и намерения противника. Таким образом, противник против своей воли руководит действиями танка. Прекрасно. Но пока это только оборона. А как он поведет наступление? Я должен включить другой блок. Давайте, давайте. Жарко. Клянусь, полковник, вы думаете о холодном пиве? Не отказался бы. Что-нибудь заело? Нет, нет, все в порядке. Просто машине нужен сигнал. Импульс страха. Противник, боясь быть уничтоженным, сообщит машине информацию о своей уязвимости. Тогда танк и начнет атаку. Ладно, пообедаем. А затем приступим к дальнейшему. Думаю, испытания пока проходят успешно, да? Будь у нас несколько сотен таких машин, мы бы не ушли из наших колоний. Главное, на него нельзя напасть неожиданно. Помните Африку? Сколько танков у нас пожгли черномазы? А почему бы не сделать такой же самолет? Не только самолет. Ракеты, вообще все виды оружия. Правильно. Послушайте, профессор. Эй, профессор, очнитесь. Почему вы раньше не выдумали вашу машину? Мы остались бы в колониях навсегда. Мой сын был с вами в колонии. Его даже наградили медалью. Поздравляю вас. Посмертно. Выражаю вам свое соболезнование. Благодарю. Это война. И потери неизбежны. Да, это война. Вы любите воевать? Вам понравилось новое оружие? Прекрасно. Вы испытаете его на себе, не на других. Я уже говорил, танк реагирует на импульс страха. Старайтесь не думать об опасности. Машина читает мысли, а мне бояться нечего. У меня на земле никого не осталось. Черт возьми, мы находимся в секторе обстрела. Не стреляет. Очевидно, всех уничтожил. А я в мертвой зоне.
Чудовищная машина. Вот ведь выдумал, идиот. А вдруг он использует гусеницы? Сейчас начнет вращаться. Нет, не достанет глубоко. Хоть бы гранату. Но ведь нет же гранаты. Надо на него влезть, только бы не отъехал. Идиот я! Нельзя мыслить! А? Сейчас он отъедет и выстрелит. Держаться. К мертвой зоне. Все время в мертвой зоне. А, черт! А ведь он может и прибавить. Бегите. Сообщите, что моя жизнь в опасности. Кому? Все погибли. Так сделайте же что-нибудь. Вот. Что это? Медаль, которой вы наградили посмертно моего сына. Больше не могу. Все. Пусть убивает. Что это? В чем дело? А, я не боюсь. Мне безразлично. Можешь убивать. И никуда не скроешься. Можешь стрелять. Можешь давить гусеницы. Давить гусеницами. Ты видишь, я отомстил за тебя. Не бойся, нельзя бояться. Сейчас я его выключу и все. И он нам не страшен. Только не бойся. Выключу, и он нам не страшен. Ты что? Стой! Меня ты не можешь. Это же я. Я тебя создал. Я ночей не спал. Вся жизнь на тебя ушла. Я хотел отомстить. И все. Что он там задумал? Вдруг выстрелит. Ясно. Испытания были здесь. И все погибли. А знаете, на всякий случай,